Всем привет, меня зовут Дима, я сейчас нахожусь в автомобиле Honda Insight, проходной, 2018 год, объем мотора 1,5 литра, который будет отправляться в Россию через порт Новороссийск. Это топляк, абсолютно целый, но пресный, легенький топлячок, сначала надо просушить все, потом уже пытаться что-либо делать, но машина на связь выходит, питалово есть, поэтому жить будет. Хотите подобное приобретение, после просмотра видеоролика, если вам все понравится, вы также можете приобрести себе нечто подобное. Приятного просмотра! Приехал один из инсайтов. Не очень пойму, какой из этот. Но если салон собран, то это тот, который выиграли мы чуть-чуть подороже. Ух ты, смотрите, тут вытяжка влаги в салоне. Ой, вода есть. Надо приподнять, чтобы водичку убрать. Но из-за того, что была вытяжка влаги, нормально все внутри. Взял я бустер, чтобы проверить топляка. Продавался как старт, но не драйв. Фильтр грязный очень, но сухой. Не знаю, почему он такой грязный. Ну, с этой стороны чистый, но он сухой. В моторе масла не... Ой, чего ты, в моторе воды нет. Или его поменяли просто. Тут не узнать, ну, нормальный, короче, уровень масла. Короче, я сделаю сейчас прямой доступ к аккумулятору. Аккумулятор находится здесь, кстати, какая-то царапка, не знаю. Что это? Аккумулятор находится вот прямо здесь. Сейчас я сделаю прямой доступ. Под ковром, ну, ковер сам влажный, но я бы не сказал, что прям так сильно уж много влаги здесь. Тем более, здесь была вытяжка, и она уже все свое отработала, видите, все высосала, грубо говоря. Коврики. Вот я приподнял коврик, сидушку. Коннектор на батарею, который идет. Немножко синенький, его бы почистить бы. Пару мест. Вон. Ну, потому что здесь влажно было, потому что некуда было испаряться из-за самого сидения. Водичка стоит. Сзади у нас тут непонятно, то ли она была, то ли ее просто сразу слили, потому что в багажнике все сухо, тут какая-то швея ездила, машинка с педалькой древняя, древнейший аппарат. Ну, машина как новая. Это проходной вариант 2018 года. Инсайт гибридный, тоже вот тут подпер. Ну, просто влажно. Влажно, грязно, но воды, допустим, здесь не было. То есть оно влилось как-то. Ой, сейчас просушивается автомобиль, у нас тут пока жара. Есть возможность просушиться. Туда пластиковую штуку засунул. Ну, сиденье отличное. Но если и была вода, то она уже... Ну, ее уже нету. Высохло уже давно. Так, машина как новая, в принципе. Смотрите, какое все. Ну, хорошее состояние. Руль. Все отличное в плане. В этом плане. Сейчас берем бустер. И посмотрим, что же мы купили. По идее, должна завестись. Но будут гореть ошибки из-за того, что какие-то пины. Видите, они там синеньким, зелененьким. Ну, это пресный топляк, ничего такого критичного нету. Просто надо коннектора будет, если что, вдруг восстановить, и все будет работать. В моторе воды нет, не было, поэтому никаких проблем с этим быть не должно. То есть, вот такой топлячок по лайту, грубо говоря. Мы сейчас присядем, установим, посмотрим. Это уже, наверное, работать не будет. От нее уже толку нету, хотя там еще чуть-чуть осталось. Просто вот видите, вот эта штука, ее надо... сразу протереть, а то все вздуется, поэтому раз уж она стала портиться, давайте мы ее вообще выбросим уже. Она когда слишком сильно наполняется, она интерьер портит. Ну, на этом ничего не будет. Красивая, здесь воды не было, ну, просто влажно и все. Один ключик, power outlet. По погрее, ну, максимальная комплектация, туринг.
чё-то он не алё. Ой. Приехал, будем сейчас сушить, и после того, как все просохнет, будем пытаться заводить. Ну что, как батарея за 700 баксов? Нормально? Похоже, да. Вот тут водичка осталась только там, где батарея стояла. Машинка до конца еще, конечно, не просохла, но машинка будет жить. И вот еще Volvo привезли на ремонт. XC40. Тоже топляк. Новый, 22 год. Если кто-то хочет, может купить. Has been dried. Вот. Интерьер был высушен. Надо спросить у Дениса, что с машинкой. Мотор Т5, полный привод. XC40. Можете купить. Клиент ее продает. Можете в Америке купить. Он, кстати, покупался с нью-джерсийскими документами. Вот по длине в разметке. Панорама. Полик высушенный. А что с вальвушкой? Ну, там провода надо делать. А, проводку просто. А можно бы открыть, посмотреть, что там? Или еще пока не готово? Ну, она еще не готова, нет, она вся разобрана. А. Я только вчера разобрал. А, ну ладно, тогда потом сниму. Зато первый раз эмоции эффектнее. Попытка номер один. Нет, не завелась. Почему? Кто знает, может, ошибки надо стирать. Ну вот. Научили батарею. Попытка номер два. Что-то щелкает. И мотор даже работает. Как работает? Я не слышу. Мотор. Нажми газ. Я не могу, он, наверное, заряжает сейчас или что. Ну, что-то гудит, да. Да, он заряжает батарею. Так. Начинается, учим. Что у нас? Stability. Пошли у нас ABS. Да, можешь капот открыть даже. А, так мотор же работает. Ух ты, елки-палки. А я что-то не слышал. Обалдеть, круто работает. Класс вообще. Классная покупка. А что ты ее заглушил? А. Ух ты, все, починили машинку. А всего-то надо было. Ну, конечно, хотелось бы и без этого, но это, конечно, лучше, чем что-то еще. Вот так выглядит батарея в разрезе. Вот сейчас ошибки. Удалим. И будет все. Ну тут удалить, что научить. Ага. Она и вообще не отвечает. ABS. Он пишет, что нет ошибок, хотя у меня брейк систем и брейк горят. Lost communication, вот. Дверь, наверное, открыта. А, закрыта, да? Да. Ой. О, едет. Поехала машинка. Вау. Вот это да. Вот это да. Крутяк. А это она на батарее поехала или на моторе? На батарее. А, так, круто. Что...
залезай, смотри, трогай кнопочки. Ага. Ох ты, паркинг. Ой, а чё ты с ключами ушел? А, потому что они в кармане. Дай ключик. А то вдруг ты сейчас уедешь. Ну можно вперед-назад? Уедешь, не заплатишь. А, не, ну как так? А, он включился. Ух ты. Вау. Машинка. Рынь-рынь-рынь, на-на-на-на. Включаем задний ход. Вот виден задний ход. Рулем крутит туда-сюда. О, класс-то какой. А можно я еще раз дворничками отойди? Ладно, 5 сек. Покажу, что дворники. А, ну да. Да, точно. Вообще машина звер. Класс. Ошибок никаких нет. Все исправно, работает отлично. 27 тысяч миль пробега. Машина пушка, топ-комплектушка, драйв. У нас тут туринг, подогрев. О, AC работает? А, вот. AC. Ой, AC он. Поставь максимально вниз. Нажми авто. Вот, нажми авто просто и максимально вниз. А, все. Да, холодит, уже чувствуется. А музыка, давай музыку проверим. Ой, не то. They just missed it again. They did not read the room. I understand that Francisco Lindor is happy that I reiterated the day. That they should take the maximum steps necessary to. Ой, вентилятор включился, да? Крутяк. Смотри, он батарею зарядил, нет? Половину. Да. Ну, она будет заряжаться, когда будет кататься. Ага. А что, подогрев руля здесь есть? У тебя прикрашь систем есть? Да, прикрашь есть. А по подогреву руля подогрев, нету, наверное, да? Нет. Зеркал только сзади. Ну да. Power flow. Крутяк вообще. Все сухенько, все, огонь. Топчик, молодчик, спасибо. Не могу что, наслаждайтесь. Сейчас со светом фар включу. А, да, точно, крышка. Это ж от... Так это же крышка от этой батареи. Там же не одет. Не одета крышка. Сейчас соберем. Все будет топ. Моторчик работает ровно, все исправно. Отличное приобретение. Просто заменили батарею, прописали ее и купили новый аккумулятор. Машинка на ходу. Перепарковали Volvo. Сейчас забираем Insight. Сейчас долетим без пробок. Потому что пробки мы собирали, когда ехали на Мустанге. Вот сейчас как раз посмотрим, как ведет себя Инсайтик после восстановления. Да что там за вечеринка в тачке? Блин, красивый все-таки Инсайт, очень красивый. Лялечка такая, ух. Солнышко село, мы сейчас везем в порт, а утром сдадим его на склад. И не знал, что есть фиолетовая подсветка моста. Классно вообще.
это новый, относительно новый мост, ему может года два. Сейчас мы будем наблюдать вид на порт ночной, ночи. Вот так выглядит он ночью. Как вам? Столько огонечек. А Манхэттен почему-то не видно, туман что ли? Сегодня весь день туман. Сначала просто на парковку для клиентов припаркуем, а завтра уже я отвезу на склад. Паркуем к Мустангу. И все. Спросим только у Дениса первое впечатление. Ух ты, какой красавчик. Ну что, как твои первые впечатления поездки на Инсайд? В принципе, едет как гибрид. Неплохо, мягко, тихо, спокойно. Едет неплохо. Я, конечно, привыкся к приусам, к Эмри гибридной, но это тоже не, совсем не, неплохой вариант. Надо сейчас номерочек поставить. 52 мили на галлон. А, он показывает 52 мили на галлон? И вот настал тот светлый день, когда я отвезу на склад назад. Так, начнем с этого, с инсайта, потому что он удобнее стоит для выезда. Вот все работает. Такой вот красопетка, красопенчик. Пока повесили временно номера, чтобы его не оттололи, ну, не эвакуировали машину. Не, нельзя же ведь без регистрации ездить. Вот, внутри уже все сухенько. Все отлично. Кнопочка старт-стоп. Сейчас посмотрим, как он едет. Я так понял, типа мотор не будет заводиться, пока не поедешь. Но включим задний ход. И... Ух ты, катится на батарее просто. Ну да. Едем назад. Ой, камешки тут. Фух, душно-то как у машинки-то. А. Включаем драйв и погнали. Вперед и с песней. Ой, низкая машинка, конечно, да. Так, вот показывает, как работает. Денису понравилось, сказал, лучше приуса. Ну и она и больше. И едет подинамичней. Ну, тут и бак больше. Ну, короче, грубо говоря, инсайд сделали круче приуса. Так, пристегнусь, хоть ехать совсем чуть-чуть, но нам поводы для остановки не нужны. Вот так вот пыльненько, красивенько. Сейчас заедем на склад. Так, там впереди полицейский. Поэтому, наверное, из-за того, что я еду на левых номерах, сверну-ка я тогда здесь, потому что ездить по дороге общего пользования мне нельзя, и чтобы меня остановили, мне тоже нельзя. Ну вот, проехался, грубо говоря, почти не покатался вообще. Ну ладно, машину мы из из Денвера взяли. Такой легенький, пресненький вариант. Ой, класс, вообще супер. Едет классно, вообще мягенько. Да, я не удивлен, что Дениске понравилась машинка.
Вот сейчас отвезем на приемку. Пускай у меня принимают машинку. Вот так-то да. Все, приехали. С нестандартного заезда. Так, пыльненько, конечно, тут. Фу! Да, надо как бы закрыть. И то тоже. Угу. Вот и все, да. Ой, заблокировал. Фух, сейчас подойду к этому, скажу, что привез обратно. Come back, baby, come back. О, мотор работал, да, выключился. Ну что, классная покупка. Вообще суперская. Мне очень понравилось. EcoScore 5. Цветочков. Ой. Вот и все. Отправляется в Новороссийск.